Новые изменения в пенсионной реформе министр труда и социальной защиты Республики Казахстан Тамара Дусейнова решила озвучить в Усть-Каменогорске. Так сказать, хотела уважить людей, а получился форменный скандал. Суть проекта – увеличение базовой пенсии для тех, кто, будучи уже пенсионером после 98 года, продолжал работать. Причем, чем больше стаж работы на пенсии, тем больше выплаты. Но максимальная надбавка при этом не превысит 10 тысяч тенге. Впрочем, именно этот аргумент буквально взорвал собравшихся пенсионеров. Ведь это же несправедливо. Это разрыв еще больше будет. И получается, еще больше будет возмущение еще больше людей. Потому что разрыв-то, стаж-то одинаковый у нас у всех. И почему мы должны так на уровне с безработными равняться? Я когда пошла на пенсию, у меня даже не хватило денег, чтобы получить минималку. Мы все так думали, что, ну, вот кто мы честно заработали, ну, хотя бы нам 60, ну, должны были дать. Сейчас с инфляцией, сейчас 33, будем 43 получать. Вот мало, а до 60 хотя бы добавили. Реформы пенсионной системы совершенно не радуют население. Чтобы прочувствовать на своей шкуре все тяготы столь мизерных пособий, пенсионеры предложили чиновнице, не глядя, махнуться доходами. Если сюда пригласили, то будьте любезны послушать. Вот мы, наверное, друг друга не слышим. 8 лет мы без работы, нас просто выгнали. И 8 лет мы ходим. И никто не слышит, а вы посидите, помолчите. Отдайте мне свою зарплату, а я вам пенсию отдам. И тогда поговорим. Встретив вместо благодарности упреки, министр труда и соцзащиты поспешил уйти, однако публика преградила ей пути к отступлению. Покинуть жаркий зал Дусейнова смогла лишь после того, как записала пожелания пенсионеров для улучшения их жизни. Надеяться, пожалуй, стоит на то, что чиновница не выкинула исписанный лист в ближайшую урну и доведет этот список до рассмотрения правительством.